Отложить удочки на 2 месяца придется дагестанским рыбакам. С 15 апреля в республике начался нерестовый период, который продлится до 15 июня. В это время будет полностью запрещено любительское и спортивное рыболовство. Связано это с тем, что рыба из Каспийского моря на нерест заходит во внутренние водоемы, образует скопление и становится наиболее уязвимой для орудий лова. В Западно-Каспийском теруправлении Росрыболовства отмечают, что в случае несоблюдения правил нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, с ноября прошлого года в России до 20 раз увеличены таксы для исчисления ущерба, нанесенного водным биоресурсам. Почти в 20 раз увеличено. То есть, если раньше за воблу был ущерб, за вылов воблы, независимо от размера веса, ущерб был 50 рублей, сейчас 500 рублей. На сазана, значит, ущерб составляет 925 рублей и так далее. Нерестовый период – это полный запрет на вылов водных биоресурсов, независимо от времени и места нахождения на водоеме.